Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю свое первое новогоднее видео, и я этому очень сильно рада. Наступил декабрь, а это значит, что начинаются предновогодние суматохи, все люди спешат за подарками по магазинам, а сами магазины невероятно красиво украшены всякими гирляндами, елочками, украшениями, и мы, блогеры, начинаем выпускать новогодние ролики, и я уверена, на 100%, что у вас уже появилось то самое новогоднее настроение и волшебство внутри. Сегодня я хочу показать вам невероятно волшебные покупки, которые я совершила в магазине моды в торговом центре Европейский. Каждый из этих прекраснейших подарков в пакете может послужить невероятным подарком в 2020 году. Как подругам, так и родственникам. Абсолютно любому человеку 100% понравится хоть один подарок из этого пакета. Давайте в моих новогодних видео, впрочем, как обычно, но вдвойне усилим нашу магию волшебства. Магию подписки на мой канал, и если она у вас до сих пор красная, давайте превратим ее в серую. Вступайте в нашу семью аракелянчиков, и я обещаю вам, что все мои видео вам очень понравятся, потому что я безумно стараюсь. Так вот, если вам что-то понравится из сегодняшних продуктов, обязательно загляните в магазин Моди. Это будет вам как мой такой аракелянский совет крутых подарков на Новый год. Ну а мы можем начать наше новогоднее видео. Поехали! Первое, что я достала из этого пакетика, это чайно-шоколадный набор, причем подарочный и новогодний, естественно. Внутри этого наборчика содержится чай вишня с шоколадом, черный чай, офигенное сочетание. А также горячий шоколад, который 100% поднимет вам настроение. Вот так круто выглядит этот наборчик. И я думаю, кому-нибудь его подарю либо своей лучшей подруге, либо своей сестренке Полине. Вообще этот подарок, мне кажется, пригодится каждому человеку, потому что я уверена, все мы обожаем чай. Если ты любишь чай точно так же, как и я, прям обожаешь, то обязательно ставь волшебный лайк под этим видео. Следующее, что я вам покажу, это вот такая вот яблочная пастила. Вы не представляете, как я обожаю пастилу. Это настолько вкусно, вы не представляете, тем более, если вы на диете, например, да, и вам нельзя много жрать сладкого, то яблочная пастила очень даже подойдет, потому что многие очень любят всякие конфетки, огромное количество шоколада, а вот яблочная пастила, я думаю, не такая уж и калорийная, хотя я в этом не разбиралась, но дала вам такой вот советик. Обожаю праздник Новый год, а в первую очередь сочетание белого и красного цвета. Боже мой, это так прикольно выглядит. Давайте же вместе с вами сейчас откроем эту пастилу и вместе попробуем. Потому что эту вкуснятину я уж точно оставлю себе. Это даже не обсуждается. Вот так выглядит эта красота. Мы ее достаем. Вот так вот, чтобы ручки не запачкать, отодвигаем края специальной бумаги и пробуем. Это как реальный сладкий сухофрукт. И такой новогодний прям вкус, потому что пастилу я обычно ем по праздникам. Блин, это очень вкусно. Следующее, что я вам хочу показать, это волшебный набор для выращивания ели. Вы представляете, вы сможете вырастить свою собственную ель или кто-то, кому вы подарите этот прекрасный подарок. Также все эти подарки, я уверена, можно будет совместить, положить в один пакет или даже все то, что я покажу, можно подарить одному человеку. Семена, которые находятся внутри, нужно посеять, полить, ухаживать и наслаждаться, как написано на этой коробочке. Уровень сложности выращивания – ботаник. Блин, это очень круто, я в особенности обожаю наблюдать за всякими вот такими вот штучками-дрючками, поэтому, может быть, эту прелесть я оставлю себе и потом кому-нибудь тоже куплю для того, чтобы подарить на Новый год. Блин, обожаю моды, реально, такой огромный выбор. Ну и как же на новый 2020 год обойтись без вот таких вот леденцов? Блин, ребята, они такие вкусные, такие праздничные, офигенные и очень-очень яркие. Я лично обожаю дополнять какой-нибудь новогодний подарок вот таким вот леденцом. А в моде они особенно вкусные. Я не знаю, как они их там заколдовывают, но это реально офигенно. Два леденца поменьше и один большой. Также практически все новогодние продукты украшаются бантиками, ленточками. Вы только посмотрите, какая красота! Очень новогоднее у меня сейчас настроение. Такая счастливая, вы просто не представляете. Еще надела на себя эту прекрасненькую шляпку и чувствую себя реально Санта-Клаусом, который
который, кстати, тоже стоит у меня на заднем плане. Вот такая вот прелесть. Следующий подарочек, он не особо новогодний, но он очень даже захватил мое внимание, и это даже со стороны похоже на волшебную палочку. Как думаете, что это? Даю вам 2 секунды. Это карандаш. Это розовый простой карандаш, в комплекте к которому шла розовая точилка. Прикиньте, с таким карандашом прийти в школу. Это просто будет капец. Я подумала, что этот карандаш тоже можно купить кому-нибудь на Новый год и, может быть, сделать его новогодним. Как-нибудь украсить бумагой, разрисовать какими-нибудь красками. Все это будет настолько волшебно и круто, так что я думаю, что этот карандаш очень тоже даже подойдет. Как же этой зимой без вкусного-привкусного кофе, чая и теплых-притеплых напитков? Естественно, в моде я купила вот такую прекрасную новогоднюю кружку. Почему-то у меня ассоциация идет сразу какой-то вкусный кофейно-имбирный напиток с огромным количеством взбитых сливок. Я уверена, такой напиток бы очень подошел к кружке, да и вообще. Я обожаю имбирное кофе. Вот такие ручки я решила взять, и я уверена, вы уже поняли, почему они мне так сильно понравились. Внутри них находится огромное количество блесток, розовенькая ручка и голубая. Я уверена, что именно такими ручками многие мои зрители будут писать письмо Деду Морозу, по крайней мере, я точно. Ручки очень красивые, волшебные и невероятно круто переливаются. Ну и как же без новогодних игрушек? Я купила вот такие крутые новогодние игрушки в моде. Внутри них очень много шариков. И они очень круто выглядят вблизи. Вы только посмотрите на них. Они супер яркие, прозрачные и 100% смогут дополнить любую елочку. А это мы сейчас, ребятки, с вами и проверим. Убираем лишнюю этикетку. И я думаю, многие обратили внимание на мою елочку на заднем плане. Сейчас мы ее вот так вот украсим. Красота! Также традиция каждого Нового года это пряники. Пряники настолько вкусные и невероятные. Я их тоже, кстати, ем по праздникам. И я купила вот такой вот прелестный в виде Санта-Клауса, то есть Дедушки Мороза. Он такой миленький и выглядит таким растяпой. Такой хорошенький мультяшный Дедушка Мороз. И он в руках держит какое-то письмо, на котором отчетливо видна цифра 2020. Вот такую вот новогоднюю конфетку я купила, на которой написано, естественно, с Новым годом, внутри которой находится жевательная резинка с шипучей начинкой. Мне кажется, очень круто оформлен данный подарок, и я его с радостью подарю своей родной сестре. Она обожает всякие жвачки, шипучки. Если еще это совместить, то получится очень круто. Как и есть в этой прекрасной коробочке в виде конфетки. Также этой конфеткой можно дополнить любой другой подарок, и это тоже будет очень круто выглядеть. И, кстати, они очень вкусные. Одну, к сожалению, я уже съела перед тем, как снять это видео, поэтому не смогу ее показать. А вот эту прелесть я сохранила, поэтому обязательно покупайте, если вы когда-нибудь пойдете в магазин моды. Также я купила значки, которыми легко можно дополнить любой образ, тем более новогодний. Вот такая вот птичка, супер красивая! И еще второй значок со снежинкой, которая очень круто блестит. Вот такие вот два значка, которые очень впишутся да куда угодно, и сразу будет понятно, что вы уже готовы к Новому году. Значок можно положить куда угодно, например, если вы подарите элементарно какую-то новогоднюю тетрадь вашей подружке или другу, то можно туда как-нибудь прикрепить значок, написать красивое поздравление или круто как-нибудь оформить, все что угодно, и это будет выглядеть супер по-новогоднему. Также самый главный продукт, который я вам точно сейчас покажу, это вот такие вот лимонные леденцы в конверте. Ребятки, они в конверте, вы не ослышались. А еще вы знали, что в моде только до 15 декабря можно купить этот прекрасный новогодний конверт с леденцами. Стоят они всего 99 рублей и можно выиграть мини-купер. Я лично участвую в этом потрясающем конкурсе. Может быть, именно ты станешь счастливчиком, поэтому до 15 декабря обязательно закупайся в моде. Не забудь захватить с собой вот такой прекрасный новогодний конверт с леденцами, и у тебя будет шанс выиграть мини-купер. Блин, это очень круто. Я, естественно, участвую. Это даже не обсуждается. Также вам обязательно нужно будет сохранить чек с покупки, потому что там указан специальный номер. Я сохранила чек, все то, что я купила, потому что я участвую
участвую и тоже хочу выиграть мини-купер. А также, если вам вдруг захочется вспомнить правила конкурса, они есть в конвертике. Вот такая вот карточка, естественно, с фотографией мини-купера. И на обратной стороне написаны все волшебные правила. Ну, естественно, сами конфетки. Одну я уже схомячила, и мне очень понравилось. Ну, а последний продукт, мои дорогие, который я для вас подготовила, показывать не буду. Хочу устроить небольшой новогодний конкурс. Пишите в комментариях, как вы думаете, что я могла купить в магазине Моди, и тот, кто угадает, то есть напишет ниже в комментариях правильный вариант ответа, получит суперский подарок от меня, который я пока что озвучить не могу. Но он вам очень понравится, я вам точно отвечаю. Я уверена, что я смогла поднять ваше чудесное новогоднее настроение с этими невероятнейшими продуктами от Моди. Каждый этот подарок можно оформить по-особенному, дополнить любой другой подарок продуктами от Моди. Так что ссылочку на их прекрасный магазин я оставлю ниже в описании. И если вам интересно, где я покупала все эти продукты, в торговом центре Европейский в Москве. В последнее время я реально полюбила магазин Моди, особенно в последнюю вот эту новогоднюю суматоху. Так что, мои дорогие, закупайтесь по полной, ведь очень скоро Новый год, осталось меньше месяца. Также напоминаю вам про свой чудесный Инстаграм, который сейчас начнет наполняться всякими новогодними фотографиями. Я скоро пойду на новогоднюю семейную фотосессию, будет очень много крутых фотографий, поэтому не пропусти ни в коем случае. Ник моего Инстаграма ты видишь сейчас на своих экранах. Также по ссылочке ниже в описании можешь перейти и подписаться. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Не забывайте заглянуть в магазин Моди обязательно, если вы его вдруг где-то встретите или он находится в вашем городе. Пишите и покупайте чудесные новогодние подарки, а их там очень много. А также участвуйте в конкурсе. С вами была Карина. До скорых новогодних встреч! Пока-пока!